Самый большой магазин в Турции ковров. Это вот шелковый ковер, это машинная работа, стоит шелк, но уже более дорогого плетения. Смотри, это самая востребованная, ты имеешь в виду, модель во все времена. А почему именно 7 цветов? Что-то этот какой-то кривоватый. Это шерсть с шелком. Да, вот это вот шелк. Вот это тоже. И сколько стоит этот ковер? И сейчас посмотрим самый дорогой ковер, который тут есть. Этот магазин, у них уже это семейное дело. Семейный бизнес, и 70 лет существует этот магазин, уже третье поколение. Халыджа называется. Как? Халыджа. Халыджа, да. Вот это вот шелковый ковер, это машинная работа, стоит он 5500 лир. Это вот такой уже полностью шелковый, да. Это 2 на 3, да? Да, это то, что мы попросили. Да, я хочу вот этот снять еще. Вот это очень мне понравился. Тоже ковер, это тоже шелк. Камера чуть-чуть не передает полностью цвет. Угу. Еще это тоже шелк. Узор красивый, да. Это все шелк. Вот тоже красивый цвет, правда, не очень передает всю гамму, но очень красивый тоже ковер. Спроси вот этот сколько. Тоже 5500. Все по 5500. Угу. Очень большой торговый центр. И здесь и ручная есть выделка ковров, и смешанная, и машинная. Но машинная, понятное дело, она будет подешевле. Вот очень красивый ковер. Это шелк, но уже более дорогого плетения. Вот это, конечно. И это 2 на 3. Это то же самое, что... Очень красивый ковер, конечно. Это они перекликаются, вот эти два ковра. Это технология немножко другая, но тоже машинная. Машинная что? Работа, как сказать, машинная ткань. Да, это темноват. Это темноват. Это, наверное. Нет, этот темнее, но красиво очень. Тоже в таком восточном стиле. Уже шелк. Тут больше гамма какая. Да все. Цена это 70 на наши деньги, около 80 тысяч. Но это все равно намного дешевле, чем у нас. Не знаю, мне из всех больше всех вот этот понравился. А тебе как? Типовалинок. Да. Ага. Это вот типовалинная шерсть, это массажные такие коврики. Вообще класс. Это куда его? В прихожую, наверное? Можно, в принципе. Спроси, куда их обычно? Новые нормали. Садовые какие-то там, или может быть комнаты, или террасу, или в... Ну да, где холодный пол. Молодежь тоже использует такое. Угу. Такие необычные формы. Например, дерево старше, дерево дороже. А это? Здесь кожаные. А, это кожаные.
Кузы басу дур ба. Эти козлята. Козлята. Козлята, не козлята, все, в общем, есть здесь. Ага. Ух ты, какой. Айван Северис бис. Жаль, что прямо джану оса, да, где мы уже. Это из чего они? Это все козел? Нет. Вот то, что он показал, такая леопардовая, это с морского котика, что ли. И сколько он стоит? Восемь с половиной тысяч плюс-минус. И сколько размер? Будет у нас солдат? Бери, шейки как. 1.70 на 2.40. На заказ тоже делают. Большой очень центр. Ковровый. Можно выбрать на любой вкус и на любой кошелек. Цветочка. Семь, да. Горных цветов, вы сказали, модель называется. И она всегда во все времена востребована. Ее там разные цвета, только может использовать, но всегда ее делают. Это самая востребованная, ты имеешь в виду, модель во все времена. Во все времена, да. А почему именно семь цветов? Yedi dağdan toplanan çiçeklerle. Yedi dağdan. Yedi dağın çiçeği denmesinin sebebi. Цветы, которые здесь используются, видишь, всякие вот такие. Понятно, цветы семи гор, вот салатовая. Такая расцветка. Şu bin bir gece de senin. Смотри, это тысяча одна ночь. Тысяча одна ночь. Сейчас нет, покажу. Мы смотрим? Да. И сколько стоит этот ковер? Bunların fiyatları nasıl? Yani şu ipekli olanlar 4.500 metrekaresiydi. 4.5 метра квадратный. 3.750. И сколько здесь метров? Mesela ipekli bunun. Вот этот, который салатовый, ну, зеленый, у него шерстяной под этот. Ну, подкладка. Да, подкладка. А у этих? А вверху этот. Шелк. А здесь наоборот. Здесь шерсть, а там шелк. Да. А вот этот вот, который семь цветов, он сколько стоит? Он комплект фиатин сойлямисинс. 27 тысяч. 27 тысяч. 27 тысяч. Да. 27 тысяч лир, это ручная работа. Да. Это семь цветов. Семь горных цветов. А это такой же, только в голубом варианте. Раздавал тоже 27 тысяч. Подержи сумку. 27 тысяч, да? Да. Это подклад у него что? Yedi. Подклад шелк, а это шерсть, да? Bunun altı ipek, üstü de... Это ipek. Sadece atkılar pamuk. Это все шелк. Это полностью шелк. Это полностью шелк, ручная работа 27 тысяч. Да. И тот тоже полностью шелк или... Это тоже полностью шелк. Вот такой объем ковров. Так, это местный орнамент, ручная работа. Это чистая шерсть, да? Да. Чистая ручная шерсть. И сколько, вон, и поскольку эти коврики? Что-то этот какой-то кривоватый. Или это так задумано? Что? Это специально? Нет, это потому что ручная работа. Работа. И сколько? Ты этот ковер никогда не найдешь нигде больше. В жизни. И сколько он стоит? 8. И размер какой? Я что говорю, Стамбулда мы туризм на чем все как камера сатурна. 1.40 на 2.40. Да много не надо, это так для мы. Сколько они стоят? Кристин, спроси цену. Ya bunlarda da metrekare olarak 1.800-2.000 lira gibi metrekare gelir. 1.800 метр квадратный. Долларов. Нет. Лир. Да. Лир? Türk lira. Dolar çok iyi. İpekler var o paraların. 1.800, это а сколько? Говорил, но это ручная работа. Да. 8500 gibi rakama gelir. И сколько полностью цена? 9.500 лир.
Это 90 тысяч, около 100 тысяч, но это ручная работа, чистая шерсть. И спроси, краски не выцветают вот в шелке, в этом, в шерсти? А, это афганские. Вот у этих никогда цвет не поменяется. Это афганский ковер, не турецкий? Нет. А. Но это натуральные красители, да? Да. Угу. Сказал, что это никогда не И цветит. Сколько такой ковер стоит? 22,5 тысяч лир. Да. А у этих со временем может выцвести? Со временем он не говорит такого. Это тоже очень долговечное. Как минимум 20 лет. Турецкий орнамент? Нет, орнамент вот казахский. А, это казахи. Да. Казахский ковер. Ага. Нет, ковер не казахский, просто орнамент казахский. Казахский, да, а сделан в Турции. Юн таштамыштыр. Карган юн. Карган. Таштамыш олду ичин. Дикка эдерсен, нет ренк йоктур, веч вар. И стоит он... 20 юндан япылы. И стоит он... 9 тысяч лир. Да. Ну это 6 метров квадратных. Чай, кофе. Ковровый магазин. Самый большой магазин. В Европе ковров. Четырехэтажный магазин. Ага, это тоже вот турецкий ковер. И те вот орнаменты, которые здесь представлены, их уже нигде в Турции не найдешь. То есть это ручная работа в единичном исполнении. Это из Кайсери ковер турецкий. Это сколько на сколько? 1.75 на 3.5. А цена? Цену сейчас скажем. 14 тысяч. 14 тысяч лир. Правильно? 14 тысяч лир, 1.75 на 6.5. За границей очень популярна именно эта модель. Аджибедир, это очень известная была. У нас даже дома есть его ковер. Эти, покажу потом. Это как производитель? Ну, да, это тоже это область в Банкис. Орнамент иранский, а производство Турции. Это чистая шерсть, правильно? Да, да, и да. Сколько он стоит? 2500. 2500. Правильно? Да. Лир. Они вообще тоже. Вот смотри, какой зеленый. Нет? Чистый. Ипек. Это шерсть шелка. Да, вот это вот шелк. Ага. Цветочки. И сколько такой ковер? Вы не кадаш? Вечно вообще. Алты. 25 000 лир. 25, а размер? 6 метров квадратных. 6 метров квадратных. Это полностью шерсть. Шерсть. Куда ее покинем? Это тоже полностью шерсть. Нагибсе шей? Иран. Иран. Иранские, да? Эль и шей? Эль. Эль. Bu kattakilerin hepsi el. Hepsi el. Bir de en üst kattakileri. Здесь полностью все ручная работа. Иранская это. А, иранские ковры ручной работы. С ума сойдешь, когда будешь монтировать. Ага. Это. А, это двухсторонние. Килим каждого, да. Караба. Караба это. Эгейское море. Это что? Эгейское море. Ага. В той части. Угу. Ну, это чистая шерсть, я вот на ощупь такая, да, как суконная. Угу. И сколько такой? 3800, такой большой? Ну, они, ну, видишь, ну, да, он тоненький. Они как этот, они могут... Откроем один? Ну, один, да. Йок-йок, просто посмотрим. Это сколько он? 2 на 3, наверное? 2 на 3. 4 метра. Малиновый ковер покажу. Такой не малиновый, а он какой-то лилово-сиреневый. Это вот здесь зал дорогих ковров ручной работы. Ой, чуть не упала. Так вот, интересный тоже очень ковер большой. Сейчас посмотрим самый дорогой ковер, который тут есть. Это а за счет чего он самый дорогой? Из-за объема? Афганский, да. Ну, афганский. Это шелк?
Да, полностью. Пол... Очень тонкий шелк, ручная работа. А почему он называется иранский? Это не иранский, это афганский. Афганский. Это в Афганистане его делали? Ипек. Да. Шелк, шелк Афганистана ткали в Турции. Это очень тонкий. И сколько на сколько он? 13 метров квадратных, а стоит? 350 тысяч лир. Но если вот на мой вкус, он мне меньше всех понравился. Но это вот кто сильно понимает в коврах, в какой-то кабинет мужской. А так? Вот в чем дело. А отсюда он смотрится совсем по-другому. С другой стороны, он совсем по-другому смотрится. Он не бордовый, не темный, а таким с оранжевым, даже с каким-то солнечным колором, так сказать. Совсем другой колер у него. Угу. Красиво. Так, ну вот остановилась на чем? Это вот эта вот модель шелк машинной работы. Стоит он 7,5. 7,5 это иранский орнамент. Сейчас я покажу. Отсюда. Вот этот вот иранский орнамент, он такой разноцветный, играет тоже с одной стороны под один цвет, с другой подсветлей. Значит, или этот, или выбираю между вот этим за 5500. Это турецкий орнамент с разных ковров, разные, так скажем, кусочками разных орнаментов турецких. Он стоит 5500, это шелк машинной выделки. Как сказать, машинной выделки или как машинной работы? Машинного производства. Вот этот для молодой пары, мне кажется, будет оригинально и интересно. Либо этот, либо вот этот. Вот это 7500. Это тоже машинное производство. Это 7500. Это более дорогая пряжа. Более дорогая вязка ковра, так скажем. Вот с одной стороны так вот они смотрятся, и с другой стороны так. С этой стороны потемнее, и так как-то он смотрится прям из сказки «Тысяча и одна ночь». И с этой стороны он тоже поярче, этот ковер. Ну, в общем, вот, пускай дочь выберет, и, может быть, кто-то в комментариях тоже посоветует, какой лучше. Разница 2000 лир. Какой красивый тоже ковер. А, Иран. А? Иран. Иран. Силк. Но. Бул. Бул, шерсть. Yes.